написал ты. Можете начинать, Игнатий Тихонович. Боже, будь милостив ко мне грешен. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без тщеславия согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, яко воистину, блажите Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшего истину Серафим, без исцеления Бога, Слово родившую сущую, Богородицу Тебя величие Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благоси человека любис. Аминь. Боже, милостью, будь мне грешному. Создавай меня, Господи, и помилуй меня. Без тщеславия согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, святый прости и посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим, благи, ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже. Молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся со страхом, воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться слову Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Седьмой псалом. Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтири гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всей землей да будет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницей Твоей и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем, восторжествую, разделю Сихем и долину Сахов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем – крепость главы моей, Иуда – скипетр мой. Моав, умывальная чаша моя, на Идома простру сапог мой. Над землей филистимской восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Идома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он не изложит врагов наших. Боже, хвалы моей не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мной языком лживым. Отсюда окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь на ними нечестивого, и дьявол достанет одесну его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его, и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит, займедает все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милощего сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не сгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле. За то, что Он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его, и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим, и говорящим злое на душу мою. Со мной же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня. Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонит меня, как саранчу. Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось стука. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа, и среди множества прославлять Его. Ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих души его. Слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста, восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Встав после сна и посреди ночи, приношу Тебе с песнь спаси. И припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся, скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю с Тебе за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и вели в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель, Боже сил плотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясно ведающие тайны человеческие, безочальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам его. Да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей его, и готовыми войти с ним в радость и божественный чертог славы его. И непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастно опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. Сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы не прогневать ни Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он твердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо и они числа. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Сергий, Ольга, Анатолий, Андрей, Екатерина, Юрий, Надежда, Николай, Янис. Ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего. Ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогай православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан, подай им Твои земные и небесные блага, не лиши им милости Твоих, посети их, укрепи силу Твою, даруй им здравия, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи вольные и невольные, даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, братцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слова, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Обрати в истинную веру, Господи, сына моего Константина, прости его все согрешения, вольные и невольные, благослови его, соделай его добрым христианином, полезным человеком. Тебе слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитесь, Игнатий. Спаси, Господи, помилуй самого духовного родителя, благодетеля, митрополита Лариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима Засимова, Максима, Владимира, и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона. И весь священнический и иноческий чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Нам дай еще священника, если угодно тебе. Смири, Господи, власти и воинства их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, Нарсултана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас, Господи, поистине ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас здесь и в этот день от всякого рода зла и греха, недобрых мыслей. Сохрани и защити нас, селение наше, от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Серафиму. Владимира обрати, дай ему веру святую, благослови Людмилу, Любовь, Владимир, Алексея, Иосифа. Прищи добрых жителей, знающих уставы Твои, любящих их, с детьми. И сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину. И расширь пределы общины, найди новые души через благовестие. Спаси и помилуй Валентину, Екатерину, Надежду, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Екатерину, Галину, Александра, Сергея, Сергея. И возри на угрозы врагов, не дай исполниться им злых желаний во вред проповеди Слова Божия. Запрети им сие, но не дай им погибнуть, коснись их сердец и примирись с нами. Александра, Евгения, Сергея, Виктора, Алексея, ты всех их знаешь. И воздай добро милости желающим и помогающим нам в деле свободной проповеди. Благослови Елену, Людмилу, Неонилу, Татьяну, Евгения, Наталью, обрати, Надежду, Эдуарда, Светлану, Юрия. Господи, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И Романа избавь от злого духа лжи, упрямства погибельного. Бери его здравый разум. Благослови путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Виталия. И всем даруй духовное рождение свыше и водительство Духом Твоим Святым. Посети болящих. Дай силы перенести страдания. Пошли им исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Владимира, Надежду, Татьяну, Валентину, Анастасию, младенца. Нас помилуй милости Твоей ради. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов. И по Твоему благоволению все это окажется на пользу в свое время. Слава Тебе. Господи, сохрани это наше сокровище в интернете. И книги здесь, и в пути. И трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора. Сергея, благослови Андрея, Владимира, Дмитрия, Вячеслава. Ты всех знаешь, Господи, Николая. Воздаем добром, да не ослабеет их помощь. И обрати на путь истины наставь Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юлия, Анастасию. Познать путь Твой святой. И расположи, Господи, от кого зависит нам здесь быть, и возвещать. И их наставь на путь истины. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! И место сие защити, дабы чужды не могли и приблизиться к Нему. И помогающих нам в открытии музея Татьяну, Тамару. Благослови и Олега избави от пьянства. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Господи, благодарю Тебя за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Господи, благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Воздай, Господи, в вечности милостью Твоей всем трудившимся над моей душою и возрастанием ее в Тебе, Марию, Стефана, Александра, Михаила, Анну. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Господи, воздай добро всем, помогавшим нам в нашем путешествии благовестническом. Павла, Зинаиду, Владимира, семейству ее, Валентину, Екатерину, Людмилу, Надежду. Благослови, Господи, и помилуй нас. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, добрый мой ангел. Столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Господи, благодарю Тебя за ангела-хранителя. Ангел мой, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу по мытарствам, страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда никому не завидовать и не роптать. И научи нас во всем быть экономными, и видеть нуждающихся, и не страшиться царей начальствующих, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Аллилуйя! Добрый архипастырь, умоли Господа смирить врагов, дабы не вредили они делу благовестия. Закрой их лживые уста, и в судный день, Господи, не помяни их безумие. Каждому даруй жилье, Господи, и Сергею Гавриилу. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода то наше отшествие не застал нас не готовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие. Аллилуйя! Святые апостолы Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо они свидетельствуют о Тебе, и через них мы думаем иметь жизнь вечную. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Юстин, Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимний Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя. Аллилуйя! Анфиму, Вениамину я веру, устраши родителей за ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоустов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ев, Сергий, Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит нас Господь и сохранит в святой православной вере, а замыслы еретиков развей, и ничто преврати, Господи. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроники, Юники, Прияна, Устина, молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Исправь непокоривость жен Галины семейства, Евгения, Надежды, Надежды Светланы, Марии, Людмилы и Анны. Прими нашу молитву воздеяния рук, Господи, как жертву вечернюю, благоухание приятно перед престолом благодати Твоей, Владыка. Мы моляем Тебя, Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Посети плененных, убиваемых детей Твоих, укрепи, дабы никто не отрекся от Тебя. Господи Боже наш, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Дивный Господь, прими нашу молитву, любящий наш Отец Небесный. Во имя Христа просим, исполни, а всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныние, любоначалие, празднословие, сребролюбие не дашь мне. Дух же целомудрие, смиренно мудрее, терпение и люби дары мне. И же не осуждайте брата моего. Прости, Господи, помилуй. И благослови мои согрешения, ибо Ты благо человека любишь. Аллилуйя! Боже, очисти меня грешного. Боже, помилуй меня и спаси. Благодарю Тебя за милость и долготерпение. Хвала Тебе и слава, честь и поклонение. Во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Боже мой, прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, во дне и в ночи, и во все дни жизни нашей. Ибо Ты благ и человеколюбишь. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрее, терпение, люби, даруй мне рабу твоему, ей, Господи, царю, даруй мне зреть моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, аллилуйя. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сергей Павлович, ты здесь? Да, доброе утро. Зайди на сайт и открой «К истинному православию» и возьми первый материал. Первый материал Слова Божия, Библия. Внимательно прочитаем. За несколько утров мы прочтем его. Ну, пока Сергей Павлович там находит что-то, что я сказал, я в это время кое-что буду зачитывать. И материалы такие, что они не у всех есть. Ну, вот такой материал есть у меня сейчас. Кто знает символ веры армянский? Вот еретики они, не еретики. Халкидонский собор объявил их еретиками. Ну вот на сегодняшний день у них вот какой символ веры. Ну кто-нибудь скажите, знает его или считал хотя бы раз? Молчок нету. Ну тогда слушать будем. Исповедуем и веруем всесовершенным сердцем Бога Отца, несотворенно, нерожденно и безначально, такожде родителя Сына и производителя Святого Духа. Вот на каждом слове приходится останавливать производителя. Как? Веруем Бога, Слово, несотворенно, рожденно и начало имущее от Отца прежде век. Иже не есть последний, ниже меньший. Но яко же Отец есть Отец, так и Сын есть Сын. Веруем в Святого Духа несотворенно, невременно, нерожденно, но происходящее от Отца, сосущественно Отцу и славимо Сыну. Веруем Троицу Святую Быть, едино Естество, едино Божество. Не три суть Боги, но един Бог. Едина воля, едино Царство, едино Владычество, Творец видимых и невидимых. Веруем во Святую Церковь, во оставление грехов и в сопричастие святых. Видите, восставление грехов, крещения нет. А у них крещения-то нет. И у них священник руки кладет в чашку, чашка, обыкновенная чашка за обедом, которая, там вода, руки опускает, а который крестится, стоит рядом. И он этими руками ей лицо обтирает. Вот это все надо придумать было. Еще, ну даже неизвестно что. Веруем Троицу Святую Быть, едино Естество, едино Божество. Вот как. Веруем во Святую Церковь, во оставление грехов, сопричастие святых. Веруем едино в трех лиц Бога Слова, рожденное от Отца прежде век. По времени нисшедшим в Богородицу Деву Марию, приявшую от крови ее и соединившись с Божеством своим. 9 месяцев вместившегося в чреве Пречистой Девы и бывшего Бога совершенно, совершенно человека духом и разумом и телом. Едино лицо, един вид и соединен в едином естестве. Бог быть человек без и изменения, без применения, без семени, без зачатия и без тления рождения. Якожде несть начало божеству его, так и не конца человечеству его. Яко Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Веруем Господа нашего Иисуса Христа, по 30-летнем странствованию на земле, пришедше свидетельствовавше, ко сей крещению есть Сын Отца мой возлюбленный, и Духа Святого в виде голубени, снишедшего на Него, искушаемо бывшего от сатаны и победившего его, проповедавшего людям спасение, изнемогавший телом, томившегося, алкавшего и жаждавшего, также пришедший волею на страсть, распятой и мертво бывший телом, жива же божеством своим, Тело его положено быть во гробе купно с божеством, и духом своим снисшедшего ад, нераздельно с божеством, проповедавший душам, разрушивший ад, освободивший души оные. По трех днях воскресшая из мертвых и явившаяся учеником своим. Веруем Господа нашего Иисуса Христа с тем же телом, вознесшегося на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего с тем же телом и славой Отчей, судите живых и мертвым. И же есть воскресение всех человек. Веруем и воздаянию по делам. Праведным будет живот вечный, грешникам же мука вечная. Аминь. Вот такой символ веры у них. С повторами. Очень длинный, ну, может быть, не совсем удачный перевод, не могу ничего сказать. То ли они его подправили, а может быть так, как и есть. Так, Сергей, приготовился? А то я дальше буду читать. Да. Ну, давай тогда начинай. Библия, греческое слово, книги, состоит из 77 книг, из которых 66 канонические. Книга книг известна под тремя главными названиями: Библия, Священное Писание, Слово Божие, написанное в течение 16 столетий примерно 40 авторами. В то же время Библия имеет одного автора – Бога. «И изрекали святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. «Так говорит Господь, слушайте Слово Господне». Пророк Исаия, 1 глава, 2 стих. Библия состоит из двух неравных по объему частей – Ветхого и Нового Завета. Библию должно не только читать всегда, но и исследовать. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Евангелие от Иоанна 5:39. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Иисус Навин 1:8. Священное Писание умудряет во спасение. При том же ты с детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Второе послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. К словам Библии нельзя прибавить ни единого слова или знака, или отнять что-либо. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Притчи 30 глава, 6 стих. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам. «И не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляй к тому и не убавляй от того». Книга Второзакония, 4 глава, 2 стих и 32, и 12 глава, 32 стих. «И я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Книга Откровений, 22 глава, 18 и 19 стихи. «Участь лжецов в озере огненном». Книга Откровений, 21 глава, 8 и 27 стих. «Все заблуждения людей от того, что люди не знают Писания и не верят в силу Божию». И Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. Библия полностью или частично переведена практически на более 2000 языков мира. Языки всех народов, имеющих письменность. На русский язык перевод сделан в 1876 году. По точности и пренебесной красоте этот перевод может соперничать с самыми лучшими переводами. И хотя Библия одна, но различные толкования породили свыше 6000 сект, толков, течений. Шестой Вселенский собор, правило 19 гласит: «Предстоятели церквей должны во все дни, более же всего в дни воскресные, поучать весь клир и народ словесам благочестия, и избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины, и, не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов, и если будет исследуемо слово Писания, то не иначе да изъясняют то, но только как изложили светила и учители церкви в своих писаниях, и ими более да удовлетворяются, нежели составлением собственных слов. Даны при недостатке умения в этом не уклониться от подобающего. Ибо через учение вышереченных отцов люди, получая познание о добром и достойном избрании и о неполезном и достойном отвращении, исправляют жизнь свою на лучшее, и не страждают недугом неведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение. В мире есть только одна личность – Христос, и только одна книга – Библия», – сказал Мартин Лютер. Или принимают их и спасаются, или отвергают и погибают. Право толковать Библию, правильно разъяснять ее содержание, смысл Бог дал только своим избранным учителям. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. 1 Коринфянам 12:28. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Ефесянам 4:11. Библия решительно утверждает, что вера христианская есть вера, отвергающая любой плюрализм в вопросах веры, проповедует нетерпимость к иным мнениям относительно спасения. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 16 по 18 и 36 стихи. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Книга Деяний, 4:12. «Кто не со мной, тот против меня». Евангелие от Матфея, 12:30. Ни о каком сосуществовании вер, мнений, идеологии Библия не говорит, считая все веры ложными. Будучи вне закона в Римской языческой империи, христиане объявили все веры вне Бога. Идолы, бесы, доказывали они. Начав с 11 учеников, вызвав огонь мира на себя, христианство победило все религии, став мировой религией, согласно пророчеству Христа. «Я говорю тебе, ты Петр, и на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. На любой вопрос, нападки дьявола и его служителей, атеистов или еретиков, ответ необходимо дать согласно Библии. Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Книга Деяний, 17 глава, 11 стих. «Неужели вы никогда не читали в Писании?» Евангелие от Матфея, 21, 42. В церкви не должно читать иных книг, кроме библейских. Лаодикийский собор, правило 59, Карфагенский 33. «И не повреждать лжетолкованием». Книги Ветхого и Нового Завета, а также святых, признанных наших проповедников и учителей, никому не позволяется повреждать или изрезывать, или книгопродавцам, или так называемым мироварцам, или иному кому-либо передавать для истребления. Разве когда от моли или от воды или иным образом сделаются неспособными к употреблению? Кто же отныне таковое, что либо делающему смотрен будет, тот да будет отлучен на год. Равным образом таковые книги покупающий, если ни у себя не удержит он их для своей пользы, ни другому не отдаст благодеяния и для хранения, но он и повреждать дерзнет, да будет отлучен». Шестой Вселенский собор, 68 правило. Канон книг утвержден в правиле апостольском 85. «Для всех вас, принадлежащих к лиру и мирян, чтимыми и святыми да будут книги Ветхого Завета. Моисеевых 5. Бытия, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Иисуса Сына Навина 1, Судьи 1, Руфь 1, Паралипоменон, то есть остатков от книги Дней 2, Ездры 2, Есфирь 1, Маковейских 3, Иова 1, Псалтирь 1, Соломоновых 3, Притчи, Экклезиаст, Песнь песней, Пророков 12, Исаия 1, Иеремия 1, Иезекииля 1, 1 Даниила. Сверх же этого вам да присовокупится в замечании, чтоб юные ваши изучили премудрость многоученого Сираха. Наши же, то есть Нового Завета, Евангелия 4, Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Павловых посланий 14, Петра послания 2, Иоанна 3, Иакова 1, Иуды 1, Климента послания 2. «И постановление вам, епископам мною Климентом, изреченные в 8 книгах, которые не подобает обнародовать пред всеми ради того, что в них таинственно». И деяния наши апостольские, и на Лаодикийском соборе, правило 60, год 364. Все Писание богодухновенно. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. И потому в любом спорном деле должно спросить, что говорит об этом Святое Евангелие, главная часть Библии, Новый Завет, 27 книг, написанных апостолами Христа, и что сказано о том в Библии. Сконцентрировав все соблазны и искушения мира в три вопроса предложения ко Христу, дьявол по всем направлениям был разбит ответами Иисуса на основании Священного Писания. Так написано, Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 10 стихи. И такова сила слов Библии, что князь тьмы, имеющий державу смерти, дьявол, красный змей, не смел возразить. Прочтите Псалом 118. Под словами «закон», «заповеди», «уставы», «повеления» и другие нужно понимать слово «Библия». И это слово незримо повторяет только в одном этом псалме. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу! Ну, жива. Ну, жива. Ну, с Богом. 167 стихах 185 раз. Такова любовь у великого грешника, любящего Бога своего, Спасителя своего. Слово Библии – конечная инстанция, авторитет Творца, автора откровения нашего пастыря и зиждителя. Слово Христа вечно и неизменно, и оно будет судить каждого человека на страшном суде после всеобщего воскресения из мертвых. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Евангелие от Иоанна 12:48. И никому из людей и ангелов не позволено изменить в Библии малейшие черты. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Евангелие от Матфея, 5 глава, 18 стих. Но если бы даже мы, апостолы или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Галатам 1 глава с 8 по 9 стих. Бог говорит, я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному. Пророк Исаия 42, 8 и 48, 11. Дьявол хитростью пытается на первое место выставить не душу, а заботу о теле, заботу о здоровье. Находятся учителя, открывающие мировую этику вне Евангелия, приучающие через свои учения и своих лжеапостолов проповедовать свое учение. И этим несчастным учителям молиться, повторяя слова «Учитель, учитель». Как родоначальникам учения о плоти и приветствия в народных собраниях их, чтобы люди звали их «Учитель, учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья. Евангелие от Матфея, 23 глава, 7 по 8 стихи. Это суть антихристы и лжеучителя, вводящие пагубные ереси. Дети, последнее время... И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 18 по 22 стих. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. 4 глава, 3 стих. Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Второе послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Появляются святые письма, детки, агни-йоги, учение Кришны, черного. Что это такое, что о том говорит Библия? Не ходите и не гоняйтесь за ними. Евангелие от Лука, 17 глава, 23 стих. Все это волки хищные. Ходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 стих. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Книга Деяний, 20 глава, 29 стих. Телецелители, экстрасенсы, шептуны, имя же им всем легион. Все они прошли, как молва быстротечная, и эти исчезнут, как вода протекающая. А церковь стоит, как столб и утверждение истины. Отчего же попустил Бог нашествию саранчи, мышей и жуков на нас, вопрошает пророк. И Божий ответ гласит: истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Пророк Осия, 4 глава, 6 стих. Вся вина падает в первую очередь на злых пастырей, заботящихся о корысти и бегущих, когда видят волка или вора, перелезающего через забор, вопреки сказанному Писанию, со своим лжетолкованием в церковь. Не знают даже содержания Библии, Псалом 1, не читая каждый день этот глаз Божий, отвергая небрежностью пастыри, привыкнув к чести и почету, стали отвечать на вопросы прихожан не по Евангелию, а по вымыслам человеков, по вере бабушки. Кто из священников может сегодня выйти к народу и сказать, и постоянно твердить о том, как восклицал святой Кирилл Иерусалимский? Если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте и мне. Иоанн Златоустый же говорит: чего нет в Библии, о том и не рассуждаем. А сегодня делают все возможное, чтобы люди не знали содержания Библии. Когда священник, выдавая себя за оракула, за изрекающего истину, вопреки Писанию, губит и себя, и доверившийся ему слепотствующий народ. Согласно словам Божиим, священник должен учить народ во время и не во время. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофею 4:2. Если священник не учит народ как должно, он суть идол, говорит святой Василий Великий. Священник также одет в позолоченную одежду и также безгласен. Святой Иероним говорит еще строже: что если пастырь поступает на соблазн и не учит, он суть антихрист. И если бы народ знал священное писание и мог проверять все сказанное пастырем, сходится ли сказанное с Словом Божиим, большинство архиереев и иереев лишились бы своей кафедры сегодня же. Писанных постановлений нигде нет. 3 Ездра 4:23. «Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Пророк Иеремия 2:13. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Евреям 4:12. «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу». Пророк Иеремия, 23 глава, 9 стих. Итак, велико значение Библии в очах Божиих, что он и молитву тех, кто не слушает сказанного в ней, не принимает и почитает за мерзость. Притча 28:9. Тоже скажем в судный день, когда по этой книге будут всех судить. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». 2 Коринфянам 5:10. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу». Откровение 4:16. Если вы думаете, что напрасно говорит, Писание, «Да ревности любит Дух, живущий в нас». Иакова 4:5. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 34 стих. Извращение смысла Писания, толкование по своему разуму смертельно опасно. При том же ты с детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И написано все нам в наставление. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Послание к Римлянам, 15 глава, 4 стих. «Для нас, достигших последних веков, написано, все это происходило с ними как образы, а описано в наставление нам, достигшим последних веков». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 11 стих. «Слово истины свободно и самовластно. Истина посылается от Бога, и нет иных доказательств, помимо самой истины, которая есть Бог». Иустин, философ. «Когда начинаешь читать или слушать священное Писание, помолись Богу так. Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою. Всегда так моли Бога, чтобы просветил Твой ум и открыл Тебе силу своих слов. Многие, понадеявшись на свой разум, подверглись заблуждению». Ефрем Сирин. «Для понимания священного Писания нужна не человеческая мудрость, но откровение Духа, чтобы мы, узнав истинный смысл написанного, могли получить великую пользу. Желающий получить какой-либо плод от того, что прочитывается в Священном Писании, не должны оставлять без внимания ни одного слова. Поэтому-то и заповедано нам изучать Писание, что многое с первого взгляда показывающееся простым, заключает в себе глубокий смысл. Кто прикасается к Евангелию, сразу изменяет свой ум, а при внимательном чтении душа как бы вступает в таинственное святилище, очищается и делается лучше, так как в Писании с ней беседует Бог. Ничто не может служить препятствием к чтению Слова Божия. Не только дома, но и совершая путешествия или находясь в многолюдном собрании и занимаясь делами, можно упражняться в этом чтении. В Священном Писании бездна вопросов, поэтому приучайтесь не только изыскивать разрешения их, но и не задавать вопросы, потому что им не будет конца. Не спорь со Словом Господним, иначе погибнешь. Читай Библию, и тогда ты едва спасешься. А если ты ее продаешь, то не отдашь ли свое спасение? Ремесленник продает ли свое орудие труда? Храни Священное Писание, будем приобретать святые книги. При взгляде на Евангелие душа очищается. Если и не понимаешь, все равно читай. Невозможно спастись тому, кто не читает Священное Писание. Где есть духовная книга, оттуда прогоняется дьявол. Незнание Писания есть великая стремнина, возникновение ереси. Чтение Священного Писания укрепляет в печали. Придя из церкви, возьми в руки Библию и даже не имея толкования, читай. Нелюбящие Слово Божие скотоподобны. Писание знать основа жизни. И дома после еды возьми Священное Писание, научайся, чтобы душа не вознеродила о своем спасении. Любовь к Слову Божию – лучшее доказательство благоуспеяния душ, как аппетит к пище. Никто не будь ленив, сонлив, не блуждая мыслью на стороне. В одной букве, слоге – глубокая мысль. Сам царь римский не может дать закон персам, а апостолы дали закон всей вселенной и на все времена. Иоанн Златоуст, 1 том, 666, страница 802, 2 том, 231, 3, 54, 108, 181, 409. 4 том, 49, 80, 195, 373 и 5 том, 207 страницы. Если ты изучил все Божественное Писание, смотри, да не надмевает тебя помысл. Все Писание учит смиренно мудрию. Не утруждай себя чтением, за которым не следуют дела. Потому что закон выполняется только делами. Ефрем Сирин. Если не полюбишь блаженных и подлинно божественных слов Писания, уподобишься скотам и несмысленным, и бессловесным. Как из желания поддержать жизнь едим, пьем, говорим, слушаем, так и к чтению слов Божьих мы должны прилепиться сердцем, не зная сытости. Нил Синайский. В руках ваших да будет всегда Священное Писание, в сердцах же воспоминания о Господе. Не переставайте молиться и продолжайте заниматься своим спасением, чтобы враг при искушении всегда находил ваши сердца огражденными и вооруженными. Киприан Карфагенский. Как царь, когда намерен кому-нибудь даровать свободу и помилование, обнародует свое повеление. «Придите ко мне и получите помилование». Если же они не хотят прийти к нему и воспользуются даруемой им милостью, то бесполезно для них читать это поведение. Тем не менее, они повинны смертной казни, потому что отказываются прийти и получить помилование от руки своего царя. И Священное Писание подобная грамота Бога людям, в которой повелевает Он любящим Его, молящимся Ему, с преданностью принять из божественной Его десницы небесное благо. Если же человек не приходит, не просит, не приемлет, то чтение Священного Писания не принесет ему никакой пользы. И он остается виновным, ибо не хочет принять от Царя Небесного даруемого блага духовной жизни, без которой невозможно быть причастным к смертной жизни. Макарий Египетский. Надо заботливо наблюдать, чтобы ложное толкование Священного Писания, подделываясь под чистое золото, не обмануло нас. Так дьявол старался искусить и Господа Спасителя. Иоанн Кассиан. Желающий понимать Священное Писание должен заниматься не только чтением толкований, сколько очищением сердца от пороков. И не будет нужды в толкованиях, как глаза не нуждаются ни в какой науке, чтобы видеть, если только они чисты и нет в них тьмы. Иоанн Кассиан. В 47 житиях святых упоминается об особой любви христиан к Священному Писанию. Когда они выучивали псалтирь наизусть, Евдокия, Шушаник, Геннадий Патриарх, Симеон, Дивногорец, Иоанникий, у блаженного Августина переворот произошел в душе от чтения Священного Писания. Изучали день и ночь. Во времена же Дмитрия Ростовского мало кто имел Библию, кто-то что-то сказал. И не из тех ли мест и времен вошло в поговорку, что если кто прочитает Библию до конца, то обязательно сойдет с ума. Святого Иеронима до обращения коробил язык пророков, казавшийся ему грубым, в сравнении с изящностью греческих мыслителей. Так величайший безбожник и хулитель истины Вольтер говорил, что через 100 лет Библия будет позабытой и заброшенной книгой. Ее можно будет найти разве что в кладовых и археологических музеях, как свидетельство глупости более ранних поколений. Но через 100 лет на месте произнесения этих пророческих слов находился склад британского библейского общества. Издаваемая сотнями миллионов экземпляров, Библия и сегодня является поистине бестселлером и суперкнигой. Вот на этом все. Я хотел бы тут... Сергей, у тебя есть или нет это статистика по Библии, которая показывает, что и сколько? Ее бы сюда как-то, ты бы прилепил ее. Давайте на следующем занятии скиньте и дочитаем. Ну ладно, я тебе тогда кое-что скину. Вплоть до буквы, до запятой, сколько знаков, почему одна йота не пропадет, а надо знать, сколько их, ни одна черта не пропадет. Сколько этих черточек, надо знать. Это я потратил время. Теперь, понимаете, я говорить хочу и в то же время опасаюсь, потому что люди буквально содрогаются, когда им говоришь, что что-то удалось сделать. Почему? На пустоту. Вот я крестное знамение совершаю в чат рулетки. Они один за одним идут, ну, 100 человек, один за одним, 50 кадров. Каждый только глянул на меня, ну, доля секунды и сразу закрывается, сразу. То есть на такой ужас нападают здоровые, крепкие мужчины. Так и здесь. Вот я просто ставлю вопрос. Вот о Библии, что такое Библия? Посчитайте, сколько написано у сектантов. Они любят Библию. Так много они об этом говорят, и нельзя сомневаться в этом, что действительно они любят. А сколько сейчас вот сегодняшние проповедники православные говорят? Тогда вопрос состоит вот в чем. Почему, зачем я это писал? Как вы думаете? Вот я вам вопрос задаю. Любите. Почему, зачем я написал это? Взял бы где-то, переписал, там сектант или кто-то говорит. Отдельно что кто говорит. Зачем это вот все-таки этот материал в отдельную книгу к истинному православию и отдельно о Слове Божьем? Там отдельно молитву отчитали. С какой целью? Почему я, зачем я на это пошел-то? Что, а хотелось мне себя показать или что? Если не знаете... Что хорошо знает, наверное, все. Ну, о том, что я много занимался, это никому не секрет. Вот, допустим, у меня издана симфония на неканонические книги Библии, 11 книг. А были они симфонии эти? Были. Есть на канонические книги Вернигородская, и в ней много слов пропущено. Я их проверял специально, искал, и есть. Ее делали 20 человек 5 лет. 20 человек 5 лет, умножьте, почти один человек, то 100 лет надо ему было заниматься этим. Неканонически я нашел, какие были издания, какие только можно было достать, все до единой были в моих руках. Я посмотрел, увидел, изданы непрофессионально, трудно искать, даже невозможно искать. Что они делают? Вот, допустим, порог, вот ходим мы, порогу, о пороге. И они каждый склоняется, вот как есть, так они его это слово берут. Но, допустим, если слово сказать ад, нет чего, родите, ада. Это другое у них название, адом. А бывает так, что слово настолько меняется, что оно ну, совершенно дальше будет отстоять. Это первое. Пришлось все падежи сложить в один. Лишь бы найти это слово где, а дальше ты уже это прочитаешь. Вот этим пришлось заниматься. Если спрягается слово «шел», «пришел», «ушел», все это в одно слово свести. Из всей Библии выбрать. Не просто они делали так, вот читают «пришел», и они так «пришел», дальше помещают где, в каком месте. Там «ушел», опять ищут где-то. «Идти». А ты не знаешь, идти или шел. Теперь надо идти. Ше и это в разном месте в алфавите стоят. А учитывая много слов, так оно стоит там на 50-100 страниц дальше. Найти почти невозможно, потому что содержание, смысл ты знаешь, а найти невозможно. Я заряжаю не то. И вот это дело сделать, то просто вообразите, это по всей Библии надо было сводить слова в одно слово, а дальше указывать, из какого места это взято. Повторяю, симфония на неканонические книги сделана непрофессиональной, трудно ей пользоваться было, и она не пользовалась. А у меня вот библейское только общество, 100 экземпляров, а всего 1000 было, получили в подарок. И люди заказывали иногда по 10 экземпляров сразу. Непрофессионально я взялся только потому, что сделано непрофессионально. Вот ответ. А ваша по сегодняшний день, я считаю, та симфония, которую Господь позволил мне издать, самая лучшая в мире за всю мировую историю. Другой нету. А кто желает опровергнуть, найдите, сравним. По сегодняшний день, специально ища эти и симфонии неканонические. Так точно и здесь. О Библии много сказано. Я заранее могу сказать. То, что здесь говорится, нигде нету. По частям, да, а вместе нет. Так мы еще не все сказали, еще статистика за нами стоит. Ее вообще нигде нету. Она в моем доме сделала. Несколько человек помогали, на калькуляторе работали. Вот. О Библии сказано. Не просто сказано, а говорится, на сегодняшний день священники не учат. Я привожу здесь, Вольтер сказал, что. А кто? Нигде этого не упоминается, когда о Библии говорят. А чего упоминать? А как раз в этом и смысл. Сергей читал, где написано пророчество, оно в кавычках, и ты должен сказать, слово пророческое в кавычках. Люди-то думают, что действительно он пророчествовал. Если кавычки стоят, ты всегда должен произнести. И он нашел. Нашел, допустим, нарочно ты, говорят, нашел. Он ничего не нашел. Тогда в кавычки взять. И оно взято. А при чтении нужно произнести это слово кавычки. Вот с какой целью я написал все, что написано в книге «К истинному православию». По всем темам, какие там есть. Ну, минимум там 18 тем. Вот если я говорил о явлении Фатимской Богоматери где-то, что это от сатаны было, то я беру абсолютно все данные, какие там есть, из литературы, с разных сторон, и на сегодняшний день, как они понимают. Только по этой причине издавал, а не потому, что себя показать. Вот, допустим, у меня стихотворение, это чтобы вы знали на будущее, мне не надо защиты. Ну и нападение-то ни к чему. А вот, ну, поэт пишет, он, ну, любой пишет, я тебя люблю, если он пишет, там, юбка шебаршала, там, ну и все проще, запахи там были, голову скружили. Ну, как казах едет на лошади, пасет овечек Игоря, он видит, там, дым идет, он, паровоз бежит, черный дым, труба, голову поднял, самолет летит, СССР, Москва. Складно, здорово, на что там? Он говорит, если бы знали, о чем я пою, вы бы плакали все. Вот свой там джамбул у него такой есть. Я писал не поэтому, потому что то, что писал, я всегда считал самым лучшим, самым полным. Более полного не существует, иначе бы я просто переписал. Просто. И насчитывая жития, скажу, что они будут то насчитывать, даже сейчас, им не насчитать. Так почему? У меня колокол был, у меня в голове стоял перфоратор. Я вижу, это не по Библии. И я ударял в этот колокол. А если сильно, я дважды ударял. А иногда бывало антиевангельски. Я ударял трижды. Кто бы ни насчитывал, они этого не сделают, потому что они не знают, где ударить. Мне говорят, ну а почему вы эти места не выбросили? Считаю это, даже не надо спрашивать, почему. Не я писал. И поэтому я дал знак, что здесь неправда. Ни одной буквы в «Жития святых» в 12 томах Дмитрия Ростовского я не пропустил, не выпустил. Но дал знать, внимание, здесь гибель, смертельно опасно. А он об этом не говорит, Дмитрий Ростовский, просто написал. И вот какие бы мы здесь ни считали, допустим, у меня написано стихотворение. Какие они стихотворения? Это, ну, я же не поэт, я называю их проповедью в стихах, но это может пойти. И таких стихов нету, просто их нету. Ни у Пушкина, ни у кого. А почему? Они этого не знали. А почему? Во свете Библии они этого не знали. Ни Библию не знали, перевода ее не было. Пушкин убит в 1837 году, и через 50 лет только перевод будет сделан. Ну, через 40 там, в 1876 году, через 40 лет. Вот как. И любая тема, которую проходим, о молитве, все, беру с тем, что было сказано, я у всех беру, кто сказал, и на сегодняшний день, и как это выглядит в церкви, почему они так делают, или о языке, почему не на русском языке, это решение соборов, вот и здесь о Библии сказано все, какие были соборы, как приняли эти книги, что у нас упущено, почему, вот насколько было возможно. А может кто-то это сделать так, может и сделать лучше, если он будет знать Библию и иметь эти материалы, чтобы все разбавить в нужном свете. А так как, ну, Библию знать это не 2 дня, то, естественно, такие неполные у них и материалы идут. Притом, я говорю, это абсолютно во всех. Даже простое, это у меня стихотворение по 9 куплетов, 4-строчных, 9,4, 36 строчек. Сколько стихотворений есть? Напротив каждой строчки 36 раз указано, откуда взята мысль из Библии. Какая книга, какая глава, какой стих. То есть прочитать стихотворение, и хочешь узнать, 36 раз надо открыть Библию. А было это где-нибудь? В мировой практике не было никогда и нигде ни у одного поэта. Ни у Уильяма Шекспира, ни у Пушкина, нигде и никогда. И причина одна. Не любовь к Слову Божию не знали. Я многое показываю, что у нас оригинально. Вот канон Андрея Критского на 3 ступени. 1200 лет, и никто не додумался до этого. Почему? Я не могу ответить. Блаженного Феофилакта с комментариями. На Блаженного Феофилакта в нашем 3-томнике я даю 297 комментариев. усиливая слова. 900 лет прошло, никто этим не занимался. А сегодня как? Ну, говорит, другой, я считаю только ради ваших комментариев. А другой епископ говорит, я считать не хочу, потому что там ваши комментарии. Тем более комментарии отчеркнутые другим шрифтом и указано, что я комментирую. Вот я хотел это сказать, чтобы знали, не потому что я хочу там показать как-то, а просто это необходимо, а его нету. Я берусь за такое дело, ну, за которое никто не берется. Никто там. Ну, мог бы это написать, вот сегодня там выступают священники, ну, по порядку, вот так вот составить это. Ну, а как вы думаете? Я думаю, даже если взялись бы, они этого не сделали. А почему? Не знаю я. Может, знаний не хватает, а может, любви к Слову Божию. Ну, одно из двух. Не зная Писания, не силы Божией. 22-29 Евангелие от Матфея. Вот по этой причине. Поэтому материалы те хорошие, но не полные. И неполные, очень сильно неполные. А иные даже и знать не знают этого. Какую беду терпят люди, что священники не учат. А отдельно о слове еще будет сказано дальше. Ну все на сегодня. С Богом. С Богом. Аллилуйя. Так, спаси Христу. Сергей говорил, что тут у меня по музею маленько дверь приоткрылась, лагерные постройки провести под музей. Вчера мне уже ответили с краевой администрации. Сергей, ты здесь, Пупков? Да. Они ответили. И поэтому они требуют фотографии. А там написано. А фотографии-то я отдал, когда вызывали председателя совета Корщинского. Прокурору я ей дал. Она приехала, он на деле был, она посидела, вернулась назад, и фотографии теперь искорчены, а дороги нету. Я вчера позвонил Барабаш Елене Анатольевне. Каким образом? Значит, позвони председателю сельсовета, пусть она поищет, кто-то едет в город, искорчено это, кто-то едет, разузнает и пошлет скорее. Без этого я опять не могу двинуться. А в Корчино у нас дороги никакой нету. Ну, в электронном виде пошлите, Игнатий Тихонович. Вы им пошлите в электронном виде, письмом отправьте и все. Чего я пошлю, когда фотографии? Не в электронном виде, я должен принести все лично. Еще что сказать. Они дали только 2 документа, а я прибавляю еще 10. Потому что то, что мы делаем, должно иметь очень большую силу. Музеев таких нету, во всей стране ни одного. Одно это говорит о чем-то или нет? Ну, послать в электронном виде фотографии, вас за это никто не осудит. Вы пошлите, а потом те донесете. Я не фотографии, когда под снегом, лагерь-то под снегом. А фотографии... В электронном виде у вас фотографии в электронном виде сохранились? Где они фотографии-то? Когда фотографии делал не я. А кто делал? Делала Ангелина Устинова. А целы они у нее или нет? В электронном виде фотографии, вы меня слышите, нет? Фотографии, они написаны, должен лично подать с разъяснением. Нет, Сергей, это не просто так, лишь бы отмахнуться. Там должен быть я. Я не говорю, вы меня почему не слышите? Вы пошлите сначала в электронном виде, а потом донесете. Может, они сами распечатают, Игнатий Тихонович. Кто? У них все для этого есть, они сидят, деньги получают за это. Ты насмехаешься. Фотографию сделать, это деньги стоит. Это не игрушка. Фотографии цветные сделать, да надписать. Что оно означает-то? Я с обратной стороны надписал. Да нет, это лишь бы только, говорит, отмахнуться. Так нельзя. И наоборот, это вы отмахиваетесь, когда не хотите посылать фотографии в электронном виде. Они же все на сайте, все это выкладывают, тоже им они лишние не будут. Я не фотографию. Вы этого не хотите. Сергей, ты сказал, подожди, где фотографии-то? Где? Ты знаешь, а я не знаю. Дай знать мне. Где они? Вы же сами сказали, у Ангелины Устиновой в электронном виде. Устиновой, у нее там этот, на котором она писала фотографии-то, лопнуло что-то там, большой диск-то. И отдавали Сергею этому, Алексею Загуляю, он ничего не мог сделать. Фотографий-то нет, в одном экземпляре они в руках председателя совета. Ну, ты не имеешь полной информации, давишь сразу. То есть у вас их в электронном виде нет? Его нету у меня, я ничего не могу сказать. Ну, это тогда о чем вопрос? Кельи внутри, снаружи, столовая, все. Фотографий нету у меня. Я ну не нету, так скажите, нету, и вот начинаете. Все, отошел я. Отошел-то это отошел, а тут делать надо. А так проще, сказал, отошел и нету. Ну, помолитесь, чтобы как-то мне Господь помог это разрулить. Фотографии в одном экземпляре, уже они на фотографической бумаге, и они находятся у председателя сельсовета Людмилы Алексеевны Трушаковой. И их надо мне получить. А как? Я ей отдал, что она съездит, на неделю вернется. Она съездила, прокурора не было, а он ее начал трепать, вплоть до того, что снять ее. Но она сумела ответить, там юристы ответили, что она никакой власти не имеет это делать, ломать. Он добивается, чтобы все постройки лагерные были сломлены, они на навозной куче. Ну, сатанинская злоба просто в человеке. Зачем ему это надо? Все спрашивают меня даже в краевой администрации, а зачем ему это надо? Вы с ним поговорите. Он должность стоит, и он думает, что тут все. А должность это комариный писк. Господь только отдохнул, и трухи не останется. Но надо за него молиться. Он не строил, гвоздя не забивал. Мы ни одного квадрата плодородной земли не занимаем. На навозной куче, где крапива, там ни скотина, никто не садится, птицы не садятся даже. Мы разровняли, и там лагерь стоял. Так и стоит. Мне нужно сделать его музеем, он уже переведен. И чтобы люди могли где-то начать то же самое повторить. Для беспризорных. Если бы были люди верующие, 1000 лагерей открыть в одно лето ничего не стоило. Потому что это энергия, желание, люди. И государство оно ничего не даст. Почему? Ну, задача у государства другая. Перегнать все государство наше в Израиль да в Америку. Как будто такая цель стоит. Вот у меня пенсия за 35 лет трудового стажа 8141 рубль 33 копейки. Это на все про все. За мусор. Это даже за жилищно-коммунальные услуги не хватит. И они нормально спят, вплоть до президента все, и нужды нет никакой. Хотя я не голодный, у меня есть где жить, но других-то этого нету. Это я попутно говорю. Ну все на этом. До свидания. Всего доброго. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Я вам говорю, как друзья, спаси Христос. Да, помочь молитвой, чтобы Бог все устроил, как ему угодно. Отошел. Спаси Христос.